попытаться быть собой, попытаться смотреть реально в глаза, попытаться реально почувствовать тяжесть своего тела. Uno, due, tre, merde! Результат очень изменился с того момента, как я там себе представлял. Потому что мы репетировали в блэкбокс-коробке, у нас было совершенно другое пространство, в концертном зале все сильно видоизменяется. Я когда начал работать с музыкой, ее как бы начал пробовать, раскусил там как-то, почувствовал ее вкус. Я слышу в ней очень много гармонии, очень много прекрасных вещей. Когда ты первый раз ее слышишь, что-то может оттолкнуть. Она довольно сложная по конструкции. Меня на этот балет две вещи вдохновило. Музыка Равеля и артисты Мариинского театра. Это был очень хороший опыт. Я и они очень за него выросли и просто сделали большой прыжок вперед.